что на дороге говорушечки дымчатые. Вот они, красавицы какие. Но мы-то идем в надежде найти опятки, поэтому пока мы их брать не будем. Но смотрите, какая чудесная семейка прям растет. Ну, вот сейчас один грибочек вам покажу. Вот она какая. Классика. Классика жанра, да. Классические грибочки. Ну что, если есть говорушки, если есть ложная опята, то должны быть где-то, конечно, здесь и опятки, я так считаю, правда же? Пока вот смотрим, конечно, вот там завальчики, надо, наверное, туда заглянуть. Интересно, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, вроде никаких шляпок не видно. Осень, под листьями их очень трудно сейчас найти, кстати. Смотрите, все вот в такой листве здесь. Полностью усыпано. В лесу все листочками. Поэтому грибочки и не видно. О, как сбивать хорошо. Идеально. Да. И безопасно для дерева. Да. Прекрасно. Ну, хотя оно уже все равно погибает. Ну, погибает дерево, да, когда на ней уже вот эта вот чага поселяется. Все, берем? Берем. Вот здесь вот все усеяно такими вот грибочками. Посмотрим поближе. Ну, скорее всего, друзья, это паутинники. Могу, конечно, ошибаться. Попробую. На вкус не горький. Запах тоненький, грибной такой. Вот. Много их, много. Вот они здесь растут, здесь. Но уже довольно-таки старые. Или как после первых заморозков, знаете, подмороженные.